друзья добрый день я э, получил э, э, такие вопросы прокомментировать что творится с образованием э, оппозиция э, я что-то срочно я сейчас немножко занятый что-то срочно я э. э, 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 хотел прокомментировать вот что хотел бы, чтобы люди, те, которые имеют мозги, чтобы немножко разбирались, что происходит сегодня с системой образования. Наконец-то власти взяли очень серьезно за этот институт, который требует действительно радикальной реформы. Но наши политики, ну, будем говорить, э, определенная категория, которая еще и имеет электорат с э, отсутствием мозгов, э, которые очень легко проглатывают все, что им представляется. Я хочу выделить, э, особенно хочу выделить э, преступную партию. Почему преступную? Потому что... Глава этой партии преступник, осужденный, прячется в Израиле и по телевизору, по, с экранов телевизора постоянно призывает людей к каким-то там э, вымышленным протестам, э, выступает против э, тех реформ, которые сегодня э, у нас продвигает власть. Так вот, что я хочу сказать по образованию. Я не понаслышке знаю, и это не сегодня и не вчера. Это уже продолжается с тех пор, как у нас высшие учебные заведения перешли на контрактную систему обучения. Мы за эти 30 лет допустили то, что называется полнейшая деградация. Система высшего образования в Республике Молдова она уничтожена. Я хочу напомнить тем, кто моего возраста, когда мы учились в высших учебных заведениях. Прежде чем поступить в вуз, некоторые не один год готовились, сдавали вступительные экзамены. Кто успешно сдавал, поступали в вузы. А кто э, проваливал вступительные экзамены Готовились на следующий год Получить высшее образование Это было м, доступно только избранным В чем греха-то есть Природа людей э, Создает с особыми какими-то э, Ну, качествами Кто-то Довольствуется Средним образованием идет работать э, обычным рабочим, кто-то стремится получить высшее образование, но в Советском Союзе все-таки это плюс был большой. Высшее образование получали люди э, одаренные и плюс к этому целеустремленные. Деньги не играли роль, только наличие ума. Сегодня... К сожалению, надо отметить тот факт, что с того момента, когда в высших учебных заведениях начали принимать на учебу при наличии денег. Если ты в состоянии оплатить определенную сумму в том или ином вузе, ты будешь учиться. Я всегда задавал вопрос, учитывая то, что у меня одно из образований это пединститут, Хочу задать вопрос нашему обществу перед тем, как слушать этих политиков, этих бездарей, этих, этих политических конченных людей, которые сегодня дестабилизируют ситуацию в нашей стране, пытаются дестабилизировать. Мы с вами констатируем сегодняшний факт, который происходит в нашем обществе. Это малограмотность, это полнейшая неграмотность, полнейший непрофессионализм, начиная от медицины, заканчивая судьями, прокурорами, полицейскими, которые заканчивают, так сказать, теоретически высшее учебное заведение, а мозгов нет никаких. Есть такая фраза, ты можешь закончить три университета, показать три диплома, но если у тебя мозгов нет, ты как был дебилом, так и останешься. Закончить высшее образование в нынешних условиях ⁇ это не означает, что человек умный и профессионал. В советские времена как бы там ни критиковали тот период, но что касается образования, я считаю, это была высшая школа. Это была школа, которая э, служила примером для таких стран, как Англия, к примеру. Сегодня мы превратили высшее учебное заведение э, в какое-то порнографическое, порнографическое учреждение. Я наблюдаю за тем, как люди учатся. Я разговаривал с одним э э э, руководителем высшего учебного заведения и спрашиваю, почему же вы не ставите вопрос сегодня перед руководством э страны, э чтобы у нас действительно в высших учебных заведениях учились одаренные дети, чтобы люди поступали туда не за деньги, а по уровню знаний по вступительным экзаменам, чтобы был естественный отбор. Ведь мы с вами все стремимся к тому, что хотим, чтобы у нас были профессионалы в медицине, профессионалы в суде, профессионалы прокуратуры. Так, извините, откуда у нас берется коррупция? У нас коррупция, мы детей обучаем со школы, что за знания не надо бороться, за знания нужно заплатить деньги. Получить экзамен, заплатить деньги, получить хорошую оценку, заплатить деньги, а, а, получить диплом не можно не учиться, заплатить деньги и ты получишь диплом. И этот человек потом идет, представьте себе, врачом. Потом он идет к прокурору. Это мы с вами при этой системе образования, которая у нас есть, мы растим заведомо коррупционную будущее. Мы с вами никогда не победим коррупцию, если мы не будем изначально, изначально с пеленок готовить дитё к действительно прогрессивному обществу, чтобы эти дети росли в реальной ситуации, когда человек готовит себе будущее. А какое будущее мы с вами готовим? Чего греха таить? Многие родители знают, как они сдают экзамены, и каждый старается всунуть ребенка куда-нибудь в вуз, чтобы он получил диплом, хотя мозгов нету, а потом устраивает его где-то на престижную должность, и все это за деньги, все это за деньги и за деньги. А где уровень образования? А где уровень знаний? Я всегда подходил к теме образования э, с жесткой стороны. Моя мама когда-то говорила, я спрашивал ее, а почему, мама, вы безграмотней? А потому что, когда я пошла в школу, это было еще при румынах, румыны били, а за что били? А мы не хотели, мы не хотели учиться. Я вспомнил этот эпизод рассказа моей матери. И сегодня хочу сказать, дорогие родители, уважаемые взрослые, как мы с вами посеем, как будем ухаживать за этим деревом, так мы и получим урожай с этого дерева. Детей нужно жестко воспитывать. Детей нужно заставлять учиться. А мы с вами, мы с вами, родители, взрослые с сегодняшнего дня, все строим будущее своих детей, даже умственное развитие, на деньгах ум купить невозможно учение вот тут купить тоже невозможно и надо приложить максимум усилий чтобы этот ребенок стал профессионалом не важно в чем не имеет значения какая у него специальность будет но важно что он должен учиться а сегодня все на деньгах и когда э, я разговаривал с одним из руководителей высшего учебного заведения и спрашивал, какая проблема. Знаете, о чем он что сказал мне? Сказал следующее. Мы до Мугели сегодня не ставим вопрос о вступительных экзаменах. Нам нужно продержаться, нам нужно штат э -э содержать. И мы принимаем без всяких экзаменов. Вижу я, что он тупой, тупой, пришел тупой получать высшее образование. А что делать? Нам нужны деньги, нам нужна зарплата, нам нужно удержать университет. И это везде и всюду. Разве вы этого не знаете? Вы знаете? Я посещаю вузы э, в Румынии. Я вообще в восторге. Я никогда не думал, что... Э, высшие учебные заведения Румынии будут настолько популярны и имеют настолько международный имидж, имидж во всем международном сообществе. И мне поручили связаться с румынскими вузами, потому что они сегодня известны и популярны в мировом сообществе. И обсудить вопрос с ректорами вузов, определенных вузов, для принятия на учебу студентов со всех, со всего мира, в том числе Индонезия, Индокитай, там, э, 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 Индия в том числе. В общем, Средняя Азия и в том числе Африканский континент. Румыния. В списке стран, где популярно высшее учебное заведение, Молдовы нет. Я... По части сегодняшних вот политиков, которые начинают обвинять власти в том, что власть приступила к реформам, нам надо было это давно, давно это сделать. Я считаю, сегодня так должно быть. Все государственные высшие учебные заведения сегодня должны пройти аттестацию на предмет способности обучать студентов и на предмет качества обучения. А для этого нужно всех преподавателей пропустить через жесткий фильтр. Я видел, как в Румынии готовят преподаватели. Я видел, какая жесткая у них дисциплина обучения. Вы что, какие там деньги? О чем вы говорите? У нас все покупают. И мы сегодня плодим, сегодня бестолковых, даем им дипломы, а оно тупое, тупее всех тупых. Почему правду не хотите говорить? Но давайте объективно рассуждать. Какое у нас образование? Мы ты, тычим пальцем. Вот образование все хуже, 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 хуже. Вопрос, кто в этом виноват? Что власти виноват? А когда наши родители идут, покупают и платят, платят взяткам, взятки преподавателям за диплом, за оценки, это мы качество с вами растим? Мы заведомо сами непосредственно участвуем в том, что мы сегодня растим будущих коррупционеров, которые знают, что за деньги можно, можно купить все, что угодно. И мы сегодня говорим, вот там закрывает, вот там э, хотят уничтожить, никто ничего не хочет уничтожить. Я внимательно слежу за ситуацией в Молдове, хочу сказать, правильно, правильно, сегодня нужно. Пропустить все через сито, разобраться. Сидят на бюджете, бешеные деньги с бюджета платят, студентов нету. А почему наши студенты предпочитают учиться в Румынии? А вы знаете, что сегодня все, выше, все наши выпускники лицеев сегодня стремятся получить высшее образование в Румынии. А почему? А потому что там качество. Там качество образования, а не деньги. А в Молдове деньги. У нас, говорят, коррумпирована сегодня судебная система, прокуратура. А почему вы исключаете медицину и высшие учебные заведения? Вы посмотрите, сколько у нас осталось молодежь. У нас еще университеты, институты еще со времен Советского Союза при том же штате. Я разговаривал с ректором одного из наших вузов. И лично задал ему вопрос. В чем ваша проблема? Вот он говорит мне. У нас, Дон Унгельевич, есть отличная база. У нас я зубами хочу сохранить педагогический состав. Тогда я задаю вопрос. А почему тогда вы не зарабатываете деньги? Почему вы с бюджета требуете деньги? Почему вы э, не принимаете, как это принято в Румынии, э, начать э, принимать на учебу со всего мира студентов со всего мира, и они зарабатывают на этом деньги не за счет взяток, а за счет того, что они принимают студентов различных стран. У них есть квота, выделена государством. И они набирают иностранных студентов. И знаете, на каких языках румыне преподают? На английском, на французском языке. Почему преподаватели так там усердно преподаватели готовят к э, обучению на английском и французском языке? Потому что Румыния стремится к э, международному признанию. И они добились этого успеха. А когда я спрошу наших руководителей вузов, почему вы? А, вы знаете, у нас нет преподавателей с английским языком обучения и нет преподавателей с французским языком. Ну ладно, французский, с английским языком. А каким образом наши руководители вузов <как> хотят сегодня выжить в этой ситуации, когда у нас молдавская молодежи все больше и больше отток? Они уезжают. Это право их выбора. И дело не во власти, дело не в Санду, а дело в будущем этих людей молодых. Молодежь сейчас рассуждает по-другому. Они не хотят светлого будущего завтра, как это мы ждали при коммунизме. Нет, они хотят сегодня получить образование, нужное образование, качественное образование и иметь кусок хлеба завтра и на будущее. Они ничего не хотят ждать, у них очень. Логика очень простая, жизнь короткая, и прожить нужно с удовольствием. И поэтому молодежь думает по-другому. Они хотят закончить быстро в Молдове и уехать. Первое, первое место по обучению сегодня в приоритете у молдавских студентов это Румыния. Я бывал, я встречался с ректорами мы общаемся. А вот молдаване, вам неприятные вещи, я говорю, но и лучше я вам скажу, если вы не хотите правду говорить. Вы абсолютно, я имею в виду, категория всевозможных представителей учебных заведений, вы абсолютно не готовы к реформам. Вы как те грибы, вот сидите, покрылись мхом, и, и вы Никак не можете э, понять, что сегодня стоять на месте ⁇ это значит довести до финиша, уничтожить учебное заведение Молдовы. А где контингент, преподав, контингент преподавателей, тех профессионалов, которые у нас были при Советском Союзе, а их нет, они уже вымерли? А где подго подготовка новых кадров преподавателей? Готовы? Нет, они не готовы. Вот вы зациклились на румынском языке. И, э, и вы ждете, чтобы к вам кто-то пришел. А где вы будете набирать студентов? Молдаване уезжают. И, и э, будем говорить, репутация молдавских вузов никакая. Кроме там еще немножко медицинский университет у нас еще держится. А все остальное, все на пузе. И сидят эти... Извините за выражение, старые пердуны, которые не могут понять, что учебный процесс предполагает развитие по спирали, вверх по спирали. И каждый учитель, каждый преподаватель должен совершенствовать свои профессиональные знания ежедневно, исходя из, этой, из этого принципа жизни. По спирали надо развиваться. А вы заклинило вас, как пластинка, э, которая <coughs> виток оборвался и на одном месте, и на одном месте. Вы, э, господа преподаватели, вы просто деградируетесь. И сегодня вы завыли, что вот реформа. Да, реформу надо было давно делать. Давно. И коммунисты, и социалисты, вот, э, чтобы репутацию свою э, э, держали э, 5 учеников в огромной школе на 15 преподавателей. И обвиняют власти постоянно, что вот сегодня закрывают школы, закрывают. Слушайте, рассуждайте немножко, немножко экономически. Если происходит отток населения, люди хотят лучше жить, я уже только что сказал: хотят, чтобы у детей было светлое будущее. Они уезжают в сел, где сегодня нет работы. Нет будущего для детей. Они едут в города, они едут в другие страны для того, чтобы обеспечить качество жизни своим детям. Это образование, это профессия, это работа, это условия, это нормальный процесс. А как вы думали? Вы что, силой будете держать э, в селах людей? А они тоже люди, они тоже хотят цивилизации, они тоже хотят туалет э, в доме и душ возможность принять. Поэтому все это связано между собой. Экономическое развитие, образовательное развитие и, и так далее и тому подобное. Поэтому э, то, что сегодня делают власти, они делают правильно. Я даже больше скажу, они, даже предыдущие власти, социалисты, коммунисты, должны были это начать делать. Это, конечно, не прибавит им политических очков. Потому что народ, вот они сидят, я скажу вам так, я посещаю многие учебные заведения, начиная от лицеев, в районах езжу, знакомлюсь. Я сижу иногда, смотрю на менталитет этих уч учителей, и, Господи, думаю, ужасно, как мне жалко этих детей. Они же просто зациклились, их заклинило. Это просто дом престарелых, где умственного развития нет никакого. Есть такое главное требование к любому педагогу, это самообразование. Ежедневное самообразование, ежедневное повышение интеллекта, ежедневно расширять свой кругозор, чтобы не отставать от развития цивилизации. Об этом преподаватели в селах, особенно в селах, абсолютно не думают. Я Пришел, посмотрел на э, категорию коллектив педагогической. У меня такое было ощущение, что я пришел на э, ферму выращиванию крупного рогатого скота. Да яркие сидели в зале. По глазам смотришь, никакого развития. Жестко, обидно я говорю. А это правда. Почему вы не хотите об этом говорить? Где сегодня у нас... Подготовка вузов э, к реорганизации э, э, и, под, и, и, и подготовка к более объемной, расширенной системе образования, э, чтобы привлекать из-за рубежа э, учеников, готовить педагогический состав э, профессионалов готовить. Сегодня дети умнее учителей. Это не секрет дети настолько образованные что это просто они смеются над учителями потому что учителя выглядят тупыми перед молодежью потому что они, они стремятся все познать все узнать и зачастую учителя оказываются в дураках а учитель не должен отставать не важно что он стареет в физиологическом смысле слова он должен развиваться Умственно развиваться, не отставать от той от того, от того стремительного потока информации, проглатывать все и быть на уровне с учениками, чтобы разговаривать на одной волне. На, 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 э, на одном канале. А у нас учили, учителя, учителя ведут себя как обыкновенные быдло на, на уроках. Это катастрофическое положение, если говорить об образовании. А что касается профессора? А что у нас профессора? Из чего у нас профессора? Что я не знаю, как сегодня докторские и профессорские звания покупают? Как? У нас что сегодня те доктора наук, те... Какие доктора наук? Вы о чем говорите вообще? Кто-то знает э, реальную ситуацию в Молдове? А какие научные достижения в Молдове блеснуло? Расскажите мне, например, вот, что Молдова, где на международном сообществе блеснула э, наша профессора, наши пр профессора, так называемые, доктора наук и так далее. В советские времена, да, Потому что система образования была. А за 30 лет независимости можете мне показать успех наших профессоров и, и докторов наук? Вы о чем говорите? Надо рассказывать, какие доктора наук у нас э, преподают и какие э, взятки берут, и, и э, выдают оценки за определенную сумму денег. Это пресса. Вы о чем говорите вообще? Почему сегодня об этом не хотят говорить? Вот у нас, вот нас ликвидируют. Вообще я считаю, что государственные, государственные университеты, их должно быть намного меньше. У нас достаточно иметь три. Я так думаю. Госуниверситет, политех и э, этот э, педагогический. Что касается аграрного университета, э, э, у нас на сегодняшний день э, при таком, при таком объеме достаточно совместить э, аграрный с одним из э, либо университетом общего, общего направления, либо с политехом. В чем проблема? Мы должны считать деньги, научиться считать деньги, а не просто выбрасывать огромные средства на э, содержание этих объектов, при котором ноль. Экономика. Мы должны научиться считать. Мы все стремимся в Европу, мы стремимся в цивилизацию, а в цивилизацию все считается. Все считают. И вообще я считаю, что сегодня всех учителей... А, кстати, вспомнил. Вы знаете, скажу вам, что касается Финляндии. Вообще для меня эта страна вообще восхищает во всех направлениях. Там... Очень сложно устроиться на работу учителем. Очень сложно. Легче устроиться судьей, чем учителем. Потому что подход к образованию огромным, огромным требованием. А у нас? Посмотрите категорию образования учителей. У нас 70-80 летняя бабушка преподает физическое воспитание. У нас учительница может преподавать и, 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 и литературу молдавскую, и химию, и, и биологию все вместе. Уникальные у нас учителя, прямо, прямо универсалы. Посмотрите качество образования. Я это говорю не из книг, я сам. Везде сую нос, изучаю, встречаюсь, изучаю, что же реальная ситуация происходит. В 2019 году у меня была встреча с одним премьер-министром. И когда мы завели речь об образовании, он мне сказал такую правду в лицо. Дома, Федор, честно скажу, если бы мне сейчас дали mm -hmm. указание лично заняться э, реформой в об образовании, я даже не знаю, с чего начать. Настолько образование у Молдове деградировалось. Это еще в 2019 году у меня была встреча с премьер-министром, мы обсуждали систему образования. И что? Мы хотим качество получить? А мы с вами хотим, когда идут к врачу, я часто женщинам привожу этот пример, когда женщина идет к гинекологу, она, прежде чем ноги раздвигать, она тысячу раз переспросит и будет искать гинеколога-профессионала. Прежде чем доверять гинекологу, надо знать, а какая репутация у него, а как он на предмет профессионализма. А почему в других сферах у нас тяп-ляп? Неважно, какой прокурор, неважно, тупой вот сегодня э, выступает исполняющий обязанности прокурора, э, генерального прокурора, и говорит, самая большая проблема у нас это не профессионализм и отсутствие кадров. О, а хочу вас проинформировать, если кто-то не знает, что сегодня во всех сферах такая проблема. Это сумасшедшая проблема, это, я бы сказал, проблема номер один в Молдове, отсутствие профессионалов, отсутствие руководителей, администраторов которые умеют организовать, умеют руководить. У нас берут прямо, извините, чуть ли не набережной проституток и любую, на любую должность. Неважно, депутат, он, министр он его могут назначать, его могут назначить прокурором, его там могут судить. судьей. Послушайте, по каким критериям у нас подбираются людей? По каким критериям у нас назначают людей, я хочу знать, куметру, да, знаю, на да, тоже знаю, знаю, да, свой, чужой, да, член партии, значит, наш, тупой, он же тупой, но все равно наш, но зато он наш. А качество управления, а как люди страдают от такого руководителя, от тупизны его и неумения управлять, вот кто-нибудь об этом думает, простые люди знают, о чем я говорю. И все это от А самый образованный, самый смелый золотой фонд Молдовы уехал. Это те люди, которые не боятся, начиная с нуля, они не боятся в любом возрасте э, в чужой стране э, внедряться в это э, сообщество. Они не боятся, идут вперед, в чужой стране оказались, в возрасте уже солидно. Пенсионеры молдавские получили пенсию 2200-2500 лей, уезжают на заработки в пенсионном возрасте, внедряются в другом государстве, да, ухаживают за больными, ухаживают за престарелыми этот. И они не боятся. Убирают, не боятся. Я со всеми общаюсь. Италия, Израиль, и Германия, и, и, где угодно. Мне звонят люди, мне очень приятно. И спасибо всем, что вы звоните, что мы с вами общаемся, что люди рассказывают э, о, о, о своей судьбе. А почему? А кто же остается здесь? Категория, которая остается здесь. Что с ними делать будем? Вы знаете, э, я про одного примара расскажу. Женщина, трое маленьких детей. Осталось. Муж умер. Прямо перед домом не дошел. Сердце остановилось. Умер. Трое маленьких детей. Три сына осталось у нее. Дали ей домик какой-то там женщина без электричества, без ничего. Ну просто это сарай. Это не дом, это сарай. Мы почти год терзали этого примара. Спрашивали, почему она без света? Свет, электричество. Почему она без света? Я дошел почти до Майсанду дошел. Почти. Там, не буду называть, один сейчас вот он в правительстве сидит, говорит: Дом ну, Гелич, ну вы бы взяли бы, организовали этот, э, установку этих столбов, свет. Вы же можете. Я ему знаете, что ответил? Вот он знает, очень хорошо наш разговор а для чего вы этого примара там избрали вы рекомендовали народу он должен этот, примар этот он и президент он председатель парламента он премьер министр в этом селе для этих людей и после того когда мы жестко взяли этого примара за яйцы нам позвонили сообщили Поставили два столба, провели сто, э, свет, электричество, установили счетчик учета э, расхода электроэнергии. Мол, телеком провел провод, мы им телевизор ей привезли. И эти трое пацанов зажили в цивилизованных условиях. Появился свет, электричество, телевизор, они уже развиваются. Почему на месте избранный примар не делает свою, свою работу? Потому что он тупой? А кто его рекомендовал? Не буду сейчас называть партии, не буду сейчас ничего. Я просто говорю об системе образования, системе подготовки. Ты вообще пошел примаром. Ты хоть представляешь, что ты должен делать? Ты должен заботиться о людях в том населенном пункте, в котором ты живешь. В первую очередь. Потому что ты для э, малоимущих, для людей, которые оказались, не дай бог, в такой катастрофическом положении, где кто-то близкий умер. Ты для них Бог. А чем занимаются наши примары? И вы сейчас, вот эти вот наши э, партии, эти социалисты, коммунисты, шоровцы, пиндяты, извините за выражение, в прямом смысле слова, вот ищут, что же бы докопаться? А потому что у нас народ тупеет и тупеет. А потому что нет качественного образования. Поэтому реформу системы образования делать надо. И даже не обсуждается. Давным-давно. Высшее образование должны получать люди умные от природы, стремящиеся учиться, те, которые хотят учиться. Я вспоминаю, когда некоторые по два, по три раза поступали в ВУЗ. Плакали, девчата, плакали, не сдали госэкзаменов вступительные и плакали. Шли работы, потом опять они стремились получить высшее образование. А когда ты стремишься к знаниям, ты будешь профессионалом во всем и образованным человеком. У нас сегодня, посмотрите на систему образования, что касается частных университетов. Если у вас есть деньги, если у вас есть деньги, на содержание частных университетов содержите, причем тут государство. Государство говорит о реформах государственных э, учреждениях. И правильно делает. Надо разобраться. Это наследство, которое передали э, от Советского Союза, нужно сегодня подвергнуть тщательной ревизии. Это первое. Я уже не говорю о реформе районов. У нас население в Молдове 2,2 миллиона. А 33 района бюрократов, чиновников, бестолковых, никакого КПД, коэффициент полезного действия равен 0,0. И их мы содержим. Мы это те, кто остались еще здесь. А этот процесс реформ нужно начинать, административную реформу нужно начинать, э, реформу образования. И, и э, юри... э, реформу судебной системы нужно одновременно проводить. Нужно реформу провести в образовании, считать деньги, где мы тратим бесполезно, содержим ленивых лодерей, этих примаров, этих районных руководителей административных. Они не нужны, там населения нет, нужно из трех сделать один. Почему румыны сегодня уезды настолько профессиональны, настолько структура у них четкая. А почему мы это не делаем? А мы боимся вот там, вот коммунисты, э, социалисты, шоровцы будут выступать за ликвидацию районов. Да, мы говорим не ликвидацию районов, мы говорим о реформе, административной реформе в управленческой части Молдовы. Нужно сокращать. Но было 100 овец, так образно скажу, было 2 чебана. А если сегодня осталось 50 овец, один чебан достаточно. Я примитиву, например, привел, но всем понять, почему мы это не думаем об этом. Считать не умеем. Думать не умеем. Мозги отсохли. И вы хотите, чтобы Молдова сегодня э, стала членом С, ЕС. Я не стал комментировать это и не буду пока комментировать. Да потому что нечего комментировать. Вот и все. Вот с чего надо начинать, и начинать нужно с образования. Так что этот популизм этих социалистов, коммунистов Шоровцы, потому что это тройка э, криминально-коррумпированных структур, я уже э, говорил об этом, они, они абсолютно не сторонники развития Молдовы, а сторонники только оболванивает людей, и все эти три партии, они сегодня заинтересованы в том, чтобы наш народ был тупой, тупой, чтобы люди были рабами. Они не заинтересованы, чтобы люди развивались умственно, чтобы они получили достойное образование. Этим партиям образованный народ не нужен. Им нужно быдло, обыкновенное быдло, отара овец, которых, которых очень легко управлять ими. Ни один, ни одна из этих партий не любит умных людей. Нет. Умный много задавать может вопрос. И конкретные вопросы может задавать. По факту может задавать вопрос. А этим партиям такие умные не нужны. Им нужно обычное быдло. То есть он очень легко покупается. И очень легко ведется за собой. Поэтому сегодня образование, еще раз образование. Я желаю ребятам во власти, ребята, никого не слушайте. Двигайтесь вперед, не гонитесь за политическими очками, не надо, э -э нужно делать свое дело. Делайте, у вас есть еще время, делайте, делайте то, что задумали. Реформу судебной системе, реформа нужна в образовании, нам образование, я бы вообще сегодня поставил бы на первое место. От образования есть, идет все, и качество жизни, и успехи в боевой политической подготовке, как у нас в армии говорили. Только образованные люди могут вывести страну в цивилизованное общество. Но не стадо овец, которые сегодня еще поддерживают таких, как социалисты, как коммунисты, как шуровцы. С такими мы никакого прогресса не достигнем. Просто умные уезжают, это самое страшное. Сегодня у нас дефицит кадров, профессионалов во всех абсолютно сферах деятельности нашей страны. Это, это очень печальная ситуация. Меня лично это очень напрягает. Я с большим удовольствием езжу в Румынию и получаю огромное удовольствие, насколько они молодцы. Молодцы, жесткие, культурные, образованные. Образование они ставят на первое место. Образование. То же самое, как в Индии. Когда я ознакомился с их системой образования, я хочу вам сказать, что там у них учитель. Это, это самое почетное звание они плакаты даже везде вешают учитель это строитель будущей страны вот так профессиональное обучение учение только учение у всех на 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 э, губах на в разговоре учеба 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 профессиональная учеба не за деньги не за взятки а наличие ума Людей подбирают по умственному развитию, а не так, как у нас. Чей сынок, сколько дали, там, устроили. Он тупой, но ну, ничего, главное, что он член партии какой-либо. Я, извините за длинную речь, но вот э -э меня просто завалили вопросами прокомментировать ситуацию вот в реформе. Меньше слушайте эти политические, этот бред политический, этих партии я сказал уже я когда смотрю коммунист социалист это уже единые э, и шоровцы это уже единые э, бредовые структуры которые сегодня только э, одно преследуют вернуться к власти иметь как можно больше тупых избирателей и вернуться к власти. Тупыми очень легко управлять. А тупые э, за килограмм э, крупы будут бурно хлопать в ладоши и будут кричать ⁇ Уря, ⁇ Уря, ⁇ Уря э, ⁇ Я не хочу, чтобы Молдова опустилась ниже плинтуса по умственному развитию. Я хочу, чтобы страна наша э, сегодня имела такой же имидж, такую же популярность в образовательной сфере как, допустим, наши соседи румыны. Вот я бы этого хотел. Друзья, всем желаю удачи и еще прошу всех думать, думать, еще раз думать. Э -э любую информацию, которую вам преподносят, в том числе и я, это для того, чтобы вы вот здесь вот шевелили шариками. Не для того, чтобы проглатывали, а просто пережевывайте ее. Пережевывайте. Сегодня не получается, утро вечером мудренее. Есть хорошая русская поговорка. Не спешите делать выводы, а думайте. Думайте, еще раз думайте. Всем, друзья, здоровья, всем чувства юмора, ну и самое главное, добра. Всем добра и трезвого ума.